Напомню, в регионе за выборами наблюдают представители стран СНГ, а также ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека. Всего более 5000 иностранцев. Одна из них – Христа Фриде Миллер из Германии. По ее словам, она пока не зафиксировала ни одного нарушения, но окончательное заявление сможет сделать только по итогам голосования. Но, судя по настроению Христы, в Барнауле ей все понравилось. От нашего бюро здесь работает 2 человека. Впечатления у нас отличные. Люди вежливые, очень гостеприимные, и погода прекрасная. Кроме этого, за ходом голосования следит и представитель Российской ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Дмитрий Вовчук. Он уже рассказал журналистам о том, насколько чисто и прозрачно проходит голосование. Но это такие рабочие моменты, которые присутствуют всегда везде.